Всем привет! С вами Диана Лауши, и сегодня мы запускаем новую рубрику CCN Tube, в которой мы рассмотрим запутанные случаи похожих китайских слов. Если в русском языке мы регулярно путаем, когда употребить слово «надеть», а когда «одеть», то в китайском все обстоит еще запутаннее. У китайцев есть целых два слова, которые переводятся как «надевать» – «чуан» и «дай». Давайте разберемся, в чем же разница. Для запоминания можете воспользоваться таким лайфхаком. Слово «чуан» используйте с основной одеждой, сложно выйти на улицу без футболки. А слово «дай» со вспомогательной. Без солнцезащитных очков летом, конечно, не очень комфортно, но жить можно. Давайте рассмотрим примеры. 我喜欢穿白色的袜子. Я привыкла носить белые носочки. 我, я. 习惯, привыкла. 穿, надевать, носить. 白色的, белые. 袜子, носки. И второй пример. 你戴这条围巾很漂亮. Ты такая красивая, когда носишь этот платочек. 你, ты. 戴, надевать. 这条围巾, этот платок. 很漂亮, очень красивая. Ну вот и все. Надеюсь, вы узнали что-то новенькое. И чтобы закрепить тему, выполните задание внизу и напишите ответы в комментариях. Да, и лайк не забудьте поставить. Пока!